10 осталось до вокзала ехать. Первый раз мы оказались в Берлине в апреле 2005 года. Приехали тогда на поезде. Первый раз ехали на ИЦЕ, на скоростном поезде. А в этот раз поезд оказался слишком дорого, и поэтому мы приехали просто на машине. В самом дорогом районе. Едем. Куда едем? Гермель, до галереи. Ну как ты вот тут велосипед парковал? Не знаю, может по листьям, может что-то свистело. Как-то плохо машинка ездит. After 80 meters, turn right. Берлин, без сомнения, наименее пафосный город из всех европейских столиц, то есть самый нестоличный. Когда едешь по Берлину, то можно подумать, что вообще находишься в каком-то заштатном нашем городке. Особое удивление вызывает множество труб по всему центру, розовых и голубых. Я думал сначала, что это газовые трубы, что им было просто как бы лень его закапывать, но оказывается, это трубы... Считается, что временные, хотя они всегда и везде, постоянно. Они служат для строительства, то ли для откачки воды, потому что Берлин стоит на болотах, то ли наоборот для подачи воды, для изготовления бетона, когда строится фундамент. Ну, в общем, что-то такое. Арбайтен с 26-го. Короче, раннее утро в Берлине. Еще этот закрыт. Гемельде галерея. Это картинная галерея. Вот там вот. Короче, мы приехали такие рано вообще. Что такое рано? 10 часов почти. 10 часов почти. Впереди Потсдамерплац. Там такое открытое пространство под куполом, я помню, да? Да. И я была здесь 2005, да, это были, сколько лет? 17, наверное, да? Ну да, нет, какие же 17? Ну да, 17. 17 лет назад, представляешь? А как-то вот идешь и как-то место помнишь. О, так я вообще четко помню еще. А я тоже помню это место. Во. А Кирилл вообще не помнит, что он здесь был, говорит, не было в Берлине, когда вот маленький с нами. Ну, может, он и не помню. Был. Он был с нами, тогда приезжали и Рома, и Кирилл, и ты ко мне вот в Марцан. А, да. Тогда ты был в Марцане, а сейчас в Шарлоттенбурге. Да, выросла. Да. Помню, тогда снимал эти нависающие небоскребы такие. Это из лего, построили. Из лего, ну, да. Фигня из лего. Такие большие галлы. Вот, здесь этот музей, фильм. И поэтому здесь и проводятся кинофестивали, вот этот Берлинский фестиваль. Так это выглядит.
будет, если она отломается и рухнет? Да? Это место называется Сони-центр. Его строительство закончили где-то в 2000 году. И когда мы здесь были первый раз в 2005, народу еще было побольше. Тут нельзя. Ходить тоже. Ходить нельзя. Что здесь можно? Да. Смотри, какой тебе вид. А в кино тогда показывалось, здорово? Что сейчас там показывается? Ну, сейчас что-то такое. Ну, мы с ним смотрели, очень здорово. Так это люди, вот тут. Сейчас просто показывают, наверное, на камерах. Что это за ерунда? А что же самое бедное? Ну, как сделать? Если грохнется на голову, то что-то оторвется, а? А это фонтан, да, вообще. Вот я в этой художественной галерее. Здесь две выставки сейчас. Донателло и Incomplete. Sesterzeit Gänst. Ну, что-то современное про расчлененку, короче, такую. Расчлененка в искусстве. Ну, то есть, как бы расчлененное искусство, скажем так. Я думаю, это что-то современное. Но тут еще небольшая очередь, потому что открывается в 10. Но народ так собирается уже. Народ так собирается. Посмотрим, что там внутри. Короче, тут куча Боттичелли. Прямо вообще так вот. Да. Вот эта тетенька. Кто это у нас? Просто молодая тетенька. Этот, как его? Вот он какой. Короче, здесь тоже много всего кайфового. Мы столько Боттичелли только в Уффици видели. Там еще рыба. На Венеру смотрит. Венера тоже. А почему она без этого? Ну, без ракушек, там без моря. Ракушки мы где видели? С ракушками Боттичелли. Уффици. Вот. Это такое. Волосы золотые. Золотые. А этого тоже чувак, как его забрал? Казима. Казима. Ну, иконки тут все такое, короче, тоже есть. Но иконы как-то мы не очень. Иконы как-то скучно. Хотя есть прикольные, что. Бывают, да. Святой Николай, Катерина, ну и, короче, там кучка святых поклоняется. Пришла я поклониться. Ну, какое лицо сделал, такой бусик такой. Что ж ты так? А это так нормально смотрится, коризной. А этот что-то так косится нехорошо на него. Такие чуваки. Это Козмы. Это святые Козма и Дамиан. Козма что-то косится, а Дамиан такой сукаризный. Но раньше такие люди были. Посмотри на эту. Раньше такие люди были, видишь? Потом стали нормальные, наверное. А это Филиппо Липпи. Такой чик. 15 век все. Ну, это, конечно, не Ван Эйк. Но так тоже. Это Верочина. Казима Тура, это рыбан, это же, ну это Казима Тура, это известный чувак. Смотри на лицо. Но это страдание. Это карикатура. Это страдание. Вот это вот работница-крестьянка, это крестьянка.
Это Полифимна, муза. Это 1455 год. Нарисовано как вот соцреализм на самом деле. Абсолютно. А это портрет немца 15 века. Так и называется. Такие немцы были. Но они сейчас такие. Только не волосатые. Но кому он нужен, если это просто молодой человек некий? Вот. И вот. Одно лицо, одно все. Вот так вот все непросто у художников. Вот они. Молодые люди по краям. То есть это один и тот же молодой человек. Друг Мессины, наверное. А это Беллини, когда мы были в Венеции, там этот, как он называется, Академия, да? Там один Беллини, это главный такой венецианский художник. Это он какого-то дожа зафигачил. Стражник такой уснул, как бы кайфово ему. И у Христа тоже щечка одна толще, чем другая, это тоже Беллини. Это Христос такой. Здесь совсем другое уже лицо. А вон, соответственно, Голгофа справа в углу на скале. Это так они себе представляли Палестину, художники. Вот это, мне кажется, чисто такое наше эрмитажное. Тициан. Смотри, какая рама. Да. Вот тут все такое, вот такой эрмитаж. Эрмитаж в этом зале. Это тоже Тициан. Ну вот его видно же сразу, да? Это все Тициан, и это Тинторетто, но мне как-то это уже не нравится все. Ну, соответственно, Рафаэль. Снова Рафаэль. Но я это уже... Это голова, на тарелочке голова Иоанна Крестителя. А вот он и сам. Уже без головы. Это какие-то, ну, церковники. У них случился диспут относительно неприкрытости этой тетеньки. Ну, то есть это, вероятно, Ева. И... Они как бы что-то так дискутируют по этому поводу. А Ева такая, ну вот, в профиль. А там вот мужик сзади, за яблоком, это, соответственно, ее змей. Какой свет? Называется голливудский свет. Когда одна часть лица освещена, а другая в темноте. Соболь, да, это венецианка. Или, ну, типа Мария. Такая вот. Слишком современная для того времени. Да, конечно, ласточка. Тут они все прям как живые. Не все. Цветочков принес Марии. Лилии. Толстенькие. Это волхвы такие пришли поклониться. Ну, это Леда с лебедем, пикантная. Это на рынке две женщины с мальчиком. Ну, какие-то у них там терки. Вот эта старая хочет, наверное, куриц этих продать. А молодая, да ну нафиг, да. И все хотят купить вот этих овощей. Здоровых луковиц. Противная тетка. Здесь мы имеем очень реалистично выписанного Амура от Караваджо. А здесь мы решили очень прикольно. Свет падает ей на лоб, прям такой засвеченный лоб. Ну, не потому что свет на лоб, ерунда. А то, что вот вся картина с тенями. Ну да, она такая. Или современного, где-то вот, ну, 20-го, 19-го. А это вот я после обеда так выгляжу. Ну, если сбоку посмотреть.
Это тетенька. Это, соответственно, пьяный Лот, соблазненный дочерьми. Мужик вот спит явно. А это... Вот эту фляжку он выпил. Целую. Такая ерунда. А что они там увидели-то? Типа, ё-моё, что ж мы наделали? Вот когда сразу видишь, круто, вот как лица, да, или что-то, ну сразу же видно, это бросается в глаза. Фигак, Караваджо. Не просто так. Какие лица. Главное, аж разные, не то, что вот одно. Ты посмотри, какие вот. Ну, тут пошли испанцы, это Мурильо. Такой. Думал, какая неудачная девочка. А это Карл II, король. Это Веласкес, соответственно. Классно. Как современно, да, вот это выглядит. И еще Веласкес. Это Лука Джордано. А на портрете, соответственно, Архимед. Это игра в кости. Явно этого молодого в голубом разводят они его. Точно. Мошенники какие-то. Это тоже Джордано. Такие страсти вообще. Святой Михаил. А зачем его ангел поразил, непонятно. Ну, так надо, значит. Ну, это все парадные венецианские такие виды. Но это надо в Венеции смотреть. Вот она какая. Площадь Сан-Марко. Дворец Дожий. А это Ватикан, собор Петра. Это голландцы. Так и еврейцы до сих пор так ходят. Как раньше голландцы. Принц Генрих. Здесь английский уголок такой. Гейнсборо мы видели в Лондоне. Дама в голубом. Такая популярная картинка была всегда. Во всех учебниках была. Не, тогда она просто чем белее, тем типа породистей считалась. И поэтому забелили. Она супер, а они... Ну, в общем, да, самая реальная получилась черная тетенька. Остальные прям как эти... Такое, да, привидения такие. Это вот Вермеер, который тот Вермеер. Да, и вот этот. Называется стакан вина. Тетеньке венца, опа, и смотрит такой, как подействует. Это Вермеер. Это мы в Гааге, да, его, эта девочка с серьгой, это в полоборота. И там тоже письмо что-то читающего оказалось. Как у голландца все выписано, она под стеклом блестит. Чувствуется, вот, ну, по-разному все писали. Разные школы, разные сюжеты. Все бытовые такие. Вот такая зарисовочка жизни 500 лет назад. Ну, не 500, 400. Девочки в шее вылавливают в голове. Мужики что-то точат там. Бардак такой. Чисто как у нас вот в подвале, во дворе. Надо снять, как ребеночка поет на сельском празднике. Стакашку ему, опа. Раньше вино было за место воды. Это Фабрициус, разделанная свиная туша. И девочка из фильмов ужасов такая. Справа. Слева тоже девочка из фильмов ужасов. Но тут главное не столько портрет, сколько золотой шлем этот. И серебряный воротник. То есть он прям бросается в глаза. Лицо в тени. Но не видно на видео. А так... Лицо в тени, а это прям горит этот шлем. Ну и, соответственно, Рембрандт. Но нас им перекормили, рыбан, в детстве вот этими Рембрандтами, и как-то уже не это. И вот Рембрандт. Ну, свет красивый у него, когда падает. Свет. А, и везде такое светлое пятно в темноте. Красиво. Соответственно, мать Рембрандта, крохотная картинка. И это, собственно, не
Рембрандта Гехардоу. Как они научились выписывать это стекло и металлы разные. Серебро, золото. Вообще. Какие. Питер Хойс. Это тоже голландцы. К этому Брюгелю не подойти, потому что его все постоянно рассматривают. Рассматривать его можно бесконечно, потому что он весь состоит из голландских всяких пословиц, поговорок. Тут все эти действия, их тут, наверное, тысячи зашифрованы. Это всякие фламандские поговорки, пословицы и всякие. Какая-то бесконечная аллегория всего. Смотри, которая в круге, похоже же на Босха. Ну, Босха то же самое, у него точно так же поставятся поговорки. Этот массюс называется «Торговый договор». Чуваки довольные все, непонятно, кто ж кого обманул здесь. Это, конечно, офигенная Байден. Это 1440-45. У нас еще тогда, наверное, наскальной живописи не было, когда они же так писали, голландцы. Патинир. Короче, здесь снова голландцы начались. И вот он, наконец, Босх. Я так понимаю, это его задняя часть тоже. Короче, тут самая круть. И вот, наконец, мы доходим до кого? До Мадонны церкви, которую мы искали полтора часа. Вот она такая крохотная. Крохотная, но прописана так, что прям вообще там каждую детальку маленькую видно. И вот еще Ван Айки. Короче, тут все самые кайфушечки. Маленькие голландские штучки. Тут такие тела раньше были у людей. Интересные. Просто одно интереснее другого. Это Кранах. Какой массив. Все-таки голландцы самые крутые вообще. Самые крутые. Ван Вайден. Такие комиксы по новозаветным мотивам. Это Брюгель, крестный ход. Это просто какой-то праздник вегана. Это изобилие овощей и фруктов. Вау. Это хавчик бесконечный. Это мне да на кухню такую. Для аппетита. А то уже ничего не хочется. Просто смотришь на еду. Ну, как прикольно выписано. Стекло и металл. Плюшки и фрукты.
Совершенно удивительно это выписано, просто невероятно. Какие четкие границы между курочки там. Это Амстердам 17 века. Но он и сейчас почти такой. Только люди по-другому одеты. Ну, раньше даже лучше были одеты. Вот это такой, ну, привычный Рубенс такой. Жирный такой, а липоватый. А это вот рядом Рубенс. Прям вообще как другой совершенно. Ну, какое лицо. Хитрая такая. Ну, тут у нас все Рубенс. Всякие сцены античной жизни. Весело у них. Что-то она, похоже, расстроилась, эта тетенька. Ну и жирные детки. Быстро идем смотреть Донателло. Мне нравится вот эта конская голова, на самом деле. Здесь выставка Донателло еще временная, скульптура. Тут много барельефов Донателло, таких. Какая красота. Короче, барельефы здесь офигенные, да, донателловские барельефы. Вообще. Тут рыбчик стоит, я его обожжу. Это инструкция, как пеленать младенца, наверное. Представление в храме. Ну, какой симпатичный юноша. А кто это? Ну, кто это? Иоанн Креститель, кто это? Turn around when possible. Then, at the end of the road, turn right. Turn right. We'll be right back.
After 80 meters, you have reached your destination. Monday, Friday. Да. Мы приехали на Триодель, это барахолка. Мы даже не знаем куда и не знаем чего, мы просто нашли в интернете барахолка в Берлине. Просто посмотреть, что здесь продают, может что-нибудь прикольное, мы любим ходить по барахолкам. Короче, идем и сейчас ищем барахолку. Люди идут туда, наверное, туда надо идти. Мы, в общем, не знаем еще куда. Может, они гулять идут, но мы тогда погуляем тоже. Похоже, это просто такой осенний парк. Да. Сегодня, сейчас конец октября, не знаю, 20 какое-то октября. Не тепло очень. Мы когда-то были в Берлине на таком рынке, но он был прямо в центре. Тогда, в 2005-м, прошло еще не так много времени после краха коммунизма, чтобы о нем забыть, но, с другой стороны, достаточно много, чтобы забыть об его ужасах. Поэтому отношение ко всей этой советской ерунде было такое достаточно добродушное уже. Старый немецкий. Это современный полицейский, наверное. А вот еще, наверное, эти всякие. Это олимпийские штуки. Мы вот такое любим. Всякие старые вазочки. У нас такого хлама уже. Вот это что за инструмент? Хлам, который скопился. Так выглядит Трёдельмаркт. Пластинки старые. Ну, тут прикольно просто походить, посмотреть, поторговаться. Вон эти семицвешники, всякие мельницы, старые фоточки, коробочки, посуда и такого без конца. Это все туда уходим. Тут можно легко полдня провести. Вода. Разные металлы, вот что это? Что-то горело здесь, то есть это какой-то такой гриль, это подобный. Всякая нить. Хороший столик. Хороший столик такой. Китайские картины, видишь, такие вот. Перламутр. Перламутр. Тут самоваров, наверное, навалом надо просто найти. Может быть. Дорого. Turn left toward Bernau.
Насколько они старые, эти плакаты. Секрет значочка брошен. И тут море всяких картинок. Есть прикольные. Тут они прям в газетках люди привозят. Да. Ну это, я так понимаю, кто-то свое продает. Прям в газетках привезенное такое. Даже не бизнес. Тут какие-то картины можно купить просто ради рамы, наверное. Потому что такая большая рама стоит дорого. Картины, наверное, копейки. Всяких лам бумажка. Очки. Какие хочешь, сколько хочешь. Ну, да, сокровищ навряд ли. Но... А вон чайничек медный нам не надо. Это на самовар на тот? Ну, он, наверное, не поместится на самовар. Ну, из 301 оперы. Или это самодельный какой-то, он такой грубовато склепанный. Короче, это бесконечно. Короче, это бесконечно. Тут можно день копаться, можно все выходные приезжать и какие-то тут разбираться в ламе в этом, что-то находить. И стаканчик. Мне нравятся всякие медные такие штучки. Чего? Я говорю, есть какие-то штучки, вот непонятно. Подсвечники. Нам не нужны кофе, у нас не остается вино так открыто, чтобы прям надо было затыкать пробкой. Какие-то деревянные, это вот реально кора. Кувшинчики такие деревянные. Или искушена, там что-то такое. Прикольно. Спроси, можем купить, если тебе так не... Тут везде всякие хавчики национальные, напитки. Но все очень дорого. Ну как дорого, ну а как иначе? Всякие... Хочешь, что ли? Всякие штуки разные, которые ты не попробуешь. Зато они экзотические, тут много всяких. Да. Корейская какая-то свежая еда. А дальше какая-то... Ну, очень. Это веганские, непонятные, самодельные штучки. Жареный сыр. Ну, короче, тут такая кулинарная. Всякие вкусняхи. Ах, как пахнет. Оригинальная туринская. Туринген как-то. Туринская, туринская как? И вот такой самовар. Это напиток из... Это напиток из молока, меда, каких-то этих почечек, окет, орхидейных, ванильный шугар и этот ваниль, короче. Такая вкусняха. Короче, я написала, что с 4 до 8 в этот промежуток можно вполне туда зайти просто вместе. А потом пойти кушать. Да. Да. Да, давай, отпишись. Я тоже хочу. Я заинтересовалась, Кирилл показал фото, это интересно. Мы были вот в Гемельде галерее, теперь мы поехали вот сейчас в Рейхстаг.
Папан там не был. А потом вот вполне можно было бы где-то пересечься и туда сходить. Вот. Так что думай, давай, давай. Ездить на машине по Берлину в высшей степени мучительно, проще ходить пешком, потому что через каждые 100 метров приходится останавливаться на светофоре и долго-долго ждать зеленого. Это те, кто погиб, пытаясь сбежать из Западной Берлина, из Восточного, перелезть через стену, и были застрелены. Тут перед Рейхстагом какой-то тут Бахус. Не знаю, кто такой. Мужик. Еще никто не играет, просто они настраивают аппаратуру какой-то. Иран. Иран, Ирак, Иран. А вот ворота. Но их не очень видно из-за этой сцены. Короче, это Бранденбургские ворота. Полиция с автобусом бодает. Ну, какой красавец стоит. В очереди вместе со всеми. А это кресты в память тех, кто пытался из ГДР разбежать. Не все, просто некоторые. А вот наши пацаны остановились, перетирают по-русски. Шина наша. Ну вот начался этот концерт. Попробуем наехать. Кто там такой? Сан-Паулу!
такие брецели. Форма какая-то генеральская. Отставной, наверное. Короче, сюда можно войти на экскурсию, походить там под этим стеклянным куполом, но нужно купить билет, а билет можно купить только на завтра или на послезавтра. Прямо вот так сразу купить билет и войти, в общем, возможности нет, поэтому мы пойдем куда-нибудь другое место. Походим по центру. Сейчас найдем рыбана, а вон он стоит. Огромное количество песен в исполнении ваших любимых артистов, которые так или иначе связаны. Символическое название. Все артисты подобрали какие-то композиции, песни, которые так или иначе связаны с большими городами. Будь то Рио-де-Жанейро, как сейчас, или Лондон, или Нью-Йорк, или т.д. Мало того, подобрали, написали много песен для вас, дорогих, специально для этого гала-концерта. И сейчас на сцену совсем скоро выйдет. Кто там выйдет? Певица, которую вы очень любите. Звезда советской и российской эстрады, собирающая в России миллионы. Все. Давай хором. Лайма Маркуле! Зато полетел. Кирилл так хотел его, а он летел. Зато полетел. Да. Толпа народа. Отличное настроение. Я рада, что я сегодня здесь, стою на этой сцене, пою для вас и, надеюсь, помогаю. В этом, то есть, чтобы у вас было хорошее настроение. В общем, что я могу сказать? Хорошо, что мы дружно живем. Желаю вам всех самых благ, счастья, здоровья, самое главное, любви. Хочу спеть песню, очень мне дорогую для меня песню. Я ее написала сама, хочу сегодня посвятить вам. Эта песня на английском языке, она называется «Teardrop». I breathe still now.
Все, наверное, русские, да? Его надевают. Говорят, выйдете. Он старается. Сразу рядом с Рейхстагом еврейский музей. Эти плиты, они как бы символизируют могилы, я так думаю. Там что-то такое. И ты как бы между ними ходишь. Это не музей, это мемориал жертвам Холокоста. И тогда, в 2005 году, он только достраивался. Вот это, эти тумбы – это памятник жертвам Холокоста. Строится здесь. Долго спорили вообще, надо ли просто делать это и какой надо. Ну вот пришли пока такой. Просто вот такие тумбы. Но это все не закончено. Что там, там ниже как-то вот видно, что глубоко сделано. Ну, там что-то строят дорогу. Ну там еще есть музей сам. То есть это не просто вот такой монумент. Ну и монумент тоже. Опускаешься, идешь такими волнами, люди выскакивают время от времени. Таких бесконечных бетонных плит. Все такие немного неровные еще. Ну так выходишь потом наружу. Туда. Посмотрим, как быстро она идет. Вспышку нельзя. Так можно. Тут еще что-то достраивается, наверное, еще. А, еще, наверное, не закончили даже эти плиты, да, формировать. Ну вот это же они. Назад было. Да. Тут сначала просто такие фотографии.
всяких издевательств. Ну, как все было. Лагеря и так далее. А дальше куда надо идти, Ласточка? Этот узкий проход. Тут какие-то прям на полу какие-то документы. Какие-то письма. Записки. Что в полу просто такие документы, какие-то письма, записки. С переводом. Везде такие просто. Ну, где они пишут. В общем, пишут, как все было. Тут истории целых семей. Большая семья Блохов. Бенджамин Блохов. Потому что просто история одной большой семьи. Другая семья. Сначала были принудительные работы какие-то, потом лагеря. А потом, наверное, они все погибли. И эта семья. Он зажиточная такая. Он был часовщик и ювелир. С автомобилем позирует с каким-то. Майданок это лагерь. Какие-то последние письма. В этом зале все так. Здесь такие истории одной большой семьи. То есть разных больших семей. Такие парадные фотографии. Даже какие-то видеозаписи. И потом, что с ними стало совсем. Свадьба. Вот это, наверное, до 12-го года еще. Тоже какая-то большая еврейская семья. Вот, соответственно, уже останки, похороны, перезахоронили. Все мужики с такими усиками тогда были под носом. Греческие восстановления. То есть здесь история семей, еврейских семей со всего мира. Это уже, вероятно, отправка в лагерь в какой-то. Это Бабий-Яр в Киеве. Здесь убили больше почти 34 тысячи человек расстреляли. Что-то требуют они от правительства. Ну, в общем, непонятно чего, они сами, в общем, наверное, не очень представляют, чего они требуют. Ну, как бы всего хорошего. Это мы с другой стороны ворот. Мы были вон там, где эстрада. Мы с восточной стороны сейчас. Там не солдат, а другой дядя. Иди посмотри. Французское посольство. А вот шарманка играет, видишь? И там дальше еще какие-то посольства. Там где-то наши говорят. Вон. Мужик стоит. Он
наверное, купол этот Sony, где мы были. Снова ворота. Колеса у мужика, где он ездил. Машины в Берлине, как у нас в Питере. Как положено. Кто-то едет. А, просто скорая едет. Громко. Монашки ходят. Где же мы припарковались? А, где-то там слева, да? Гостиница какая-то дорогая в самом-самом центре. Че он открылся? А, это у него багажник же спереди. Я думал, что у него мотор закипел. Машин нет, тут практически нет движения, но красный свет, и все стоят, вот на зеленый пошли. То есть в этом плане они дисциплинированные. Бессмертный Deep Purple умрет на сцене. Они уже последние лет 20 только и занимаются тем, что записывают последние пластинки. Дитер Болин. И ездят с ними в тур. Я тебе сказала, посмотри вот на него. Такой да. Вот личик. А? Точно такой же, как и у них. Но он показывает свои старые личики. Да. Thank you.
какие нарядные ходят люди. И тут магазин называется «Россия», прямо в цветах русского флага. Более того, он открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Пожалуйста. Вот сбоку. Все как мы привыкли, все как в сельпо, но он маленький совсем. И мешки. А нет лягушек? Лягушек. Вот такое сельпо. Вот так выглядит русский магазин в Германии. Шарлотта Львовна, что в Берлине, дорогущая гостиница, 4 звезды, горячей ванной, намылся шампунем, отопливается. Очень дорогая, 4-звездочная. 4-звездочная она, да? Звездочная. Номер вообще люксовый, сделан под детские, типа, игрушки деревянные. Колесики. Ну, все на колесиках. Вон шкафчик на колесиках. Все такое на колесиках. Ну, большая, большая. Вон Рыбан сидит. Потолки высоченные. О! Ну, и я такой в горячей воде вообще. Помылся. У себя дома же холодное и унитаз на улице. От. Прикольная ерунда. Граффити такое. Может быть, правда, со стены. Он сюда хочет. Выезжай. Выезжай. Просто осторожно впереди. Каждая вторая машина. И каждый второй...
шоу здесь, в Берлине. Но мы пока в первой комнате, здесь, в общем, ничего особо прикольного нет. Мы будем надеяться, что дальше будет интереснее, пока вот, пока как бы так все скромно. Зеркала, огонечки, типа ночного клуба. Обещают, что шестая комната будет интереснее. Потом бэм и распались на атомы. Сейчас снова будут собираться. Пойдем оттуда.
Пойдем. А это... Ну, здесь типа туалет и попить. Костер, это bonfire, да? Просто садишься и у костра сидишь. Просто типа за неимением настоящего костра смотришь вот на такую пыль. Типа костер. Из него идет дым. Сейчас еще станет жарко по-настоящему, наверное. Но дым не пахнет, он не настоящий. Такая. А вот тут можно прям полазить, да? Только надо разуваться. Короче, так садишься, а она горка, по ней скользишь так. Съехал. Пойду обуюсь, потому что носки не очень свежие. А это самая шестая, которую все... Нет, это не шестая еще, конкретно. Надо занимать скорее эти. Типа тут ложишься такой и смотришь наверх. Горимые лампочки простые на этих, да, вот, веревочках, ну, и блюд.
успокоилось все. Чего он это? Пойдет. Сейчас водичка польется. Пьет.
двумя руками по разным стучать, разные звуки. Короче, тут стучишь по этим штукам, и разные звуки издаются. Все, все, пошли отсюда, нас выгнали. Это автопатия у рыбана. Автопатия. Как обычно у нас эти, какие-то плюшки. Какая фигня такая. А посмотри, это же вот... Вход в магазин. Это реально дерево? Ну да, это типа дерево, просто кусок вот так отрезанный, и целое дерево так вот положено на вход. Ну так ствол, правильно, вот дерево, ну так и есть вон туда. Ну вот так вот, ну вообще, вот такие вот так. Это Берлин, дед. Это называется Штольперштайн. Вот мы сейчас ночью идем. Здесь имена евреев, которые были убиты при нацизме. Просто такие вот бронзовые штучки, монтированные. Тут имя, и когда погибли, просто вмонтированные в тротуар, вот так на улице. Здесь жили, смотри, вот в одном только этом жили. Это те, кто 6, здесь жил, да? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 человек в этом доме. В этом доме, нифига дом какой, да? А это как раз тот дом, который мы смотрели, понравился, да, который этот самый, да. В этом доме они жили. Ну, наверное, целая семья, тут пару семей. И это просто так вмонтировано около домов в булыжничек. В магазине «Россия» это я приобрел, называется «Желтый полосатик» рыбка. Это вот вся моя молодость вот с пивом прошла под вот эту рыбку. Вот такой купил целый этот самый. И, соответственно, пиво, да, вот этот какое-то, ну, русское. А рыбан купил вот эту чурчхелу. И нам все... Ой, сырок. Рыбан не даст соврать. Вообще, каждый второй вот идешь, все говорят по-русски просто. То есть, они, может, украинцы и русские не знают, кто они. Ну, как бы русская речь здесь везде просто. Просто вот постоянно вот везде. Но. И Феррари. И Феррари. Русская речь и Феррари. Но не русские. Но на Феррари не русские ездят. Ездят местные. Ну, какие-то там ну, драг-дилеры. Желтый толстолобик. Желтый полосатик.